Друзья, всем приветики. Приветики. Пистолетики. Мы с Юркой идем пить кофе. Я хотела вам сказать, у меня предыдущий влог просто полнейший тупизм, и не у меня одно, я в Инстаграме выставляла. Люди реально сейчас страдают этой проблемой, просто слова в голове путаются, язык не работает. Короче, ну реально чувствуешь себя... И это еще без... Юра, он сейчас начнется, господи. Ничего, так пусть начинается. Тихонько, у нас такие... Везде все начинается. У меня на канале такие темы не поднимаются. Конечно, они везде поднимаются. Так, все тихонько. Так вот, взял, ляпнул. Короче, и реально вот думаешь об одном, говоришь другое, или наоборот, просто мозг с языком и речью не связан никаким образом. И это последние недели две я так заметила. Вот серьезно чувствуешь себя, вроде бы голова варит, но, блин, ты вот только рот открываешь и уже тупая. Поэтому мои влоги очень смешно выглядят. Я пересматривала влог вчерашний. Ну, выставила, что было, извините. Надеюсь, вам понравилось. Вот, такие дела. Всем хорошего настроения желаю. Смотря кто когда смотрит, там хорошего дня или вечера. У нас сегодня жаркая погода, и мы сегодня хотели проехать еще больше 30 километров. Вчера катались на велике, но у нас так задняя часть болит. Я вам просто не могу передать, поэтому Юра тоже, он сел на велик, говорит, нет, сегодня мы точно никуда не поедем. Давай тогда походим, по дому поубираемся, там сделаем какие-то свои дела, что будет полезнее. Сейчас мы подходим, ну, как раз Троещина, конец Троещины, Питтсбург. Питтсбург, по-правильному будет, Питтсбург. Я там была, ела, меня, кстати, когда-то приглашали. Я вам скажу по-честному, что реально очень вкусно, да? Нам понравилось, мы с Юркой были в восторге. Вот, и доставка шашлычная, она очень давно, шафран, помнишь, она очень давно на рынке. Ну, там тоже раз на раз не приходится. Расскажите, заказываете вы шашлыки вот так вот или делаете самостоятельно? Так, девчоночки, я сейчас буду готовить нам обед с того, что есть. Это у нас яйцо есть и курочка осталась, три ножки. И купили мы фруктов. Вот этот виноград, запомните его, он самый вкусный, я его просто обожаю. Кишмыш я не люблю, он приторный. Остальные мне не нравятся. У него есть название... Блин, забыла. Если кто-то знает, напишите девчонкам в комментариях. Очень вкусный. Купили нектарин и персики вот такие огромные. Прям как домашние по запаху. Вот это вот все обошлось на 180 гривен. Вот такие вот цены. Да, цены не спадают ни на помидоры, особо ни на персики. Ну, как есть. Будем доедать баклажаны еще. Я купила вот это вот дешево, слушайте. Купила вот такой банан сушеный. Натуральный, он, по-моему, без сахара идет для завтрака. Ну, ломать, в завтраке ложить. Юрка взял попробовать себе рахат лукум, или что это такое? Рахат лукум, да? Да. Какой-то коричнево-белый. Вот, и я еще взяла попробовать вот такой вот. Мне кажется, он не очень. Да. Там крахмал. Крахмал мне не очень, но просто так, когда сладенького чего-то хочется, так укусил себе с чаем и все. Девчонки, я подстриглась, пошла с Юрой, смотрите, как его подстригли классно. Да. Да, подстригли его хорошо. Значит, ну да, ну, ровненько, по крайней мере. Сидела, ждала его, сидела, ждала, ждала. И решила сесть тоже в кресло и подстричься. На лысо. Ну, Юр, ну не на лысо, нормально. Девочки оценят, я думаю. Понравится. Немножко себя обновила, вот. Так что такие дела. Девчонки, всем привет. Я подстригла челку. Угу. Так вот. Мне очень нравится этот раз, потому что, ну, я ее спрятала не очень равномерно. Она удлиненная идет, получается, здесь коротенькая и вот так. Когда отрастет, будет вообще бомба. Мне нравится, девчонки хвалят меня, сняла уже видео, я думаю, вы видели. Кто в Инстаграме на меня подписан, тоже видели. Я там пост делала, как я ее буду носить, почему я захотела челку, потому что, когда делаю пучок, или хвост, мне хочется, чтобы что-то висело. И с челкой я выгляжу вроде бы неплохо, помолодела, мне так кажется. Глаза начали так, знаете, сиять. Только что пришли с магазина, я сегодня целый день занималась работой, ничего не успела приготовить. И только сейчас зашли в АТБ, купили мясо. Покажу сейчас вам свои покупки, наши покупки. И кое-что нашла, увидела, решила попробовать. Купила попробовать вот такие губки. Они шершавые и такие красивые, слушайте. Прям блестят. Вот.
Решила попробовать их, купили горошек, захотелось, сметанку на салаты, взяла овощи, помидоры два вида и огурцы, и купили вот такое мясо, сейчас пожарю. Это свинина, у нас есть приправка вкусная, сейчас сделаем ужин. По поводу приправы, вот это очень вкусное, прям вот скриньте, ищите, я не знаю, где Юрка ее покупал, честно не знаю, где продается, может в Сельпо есть акура. Очень прям невероятно вкусная, рекомендую. Девочки, Юра и мальчики тоже, сделал сам огурцы. Значит, здесь укроп, лавровый лист и базилик, просто в воде с солью. Это все размешал, намешал, видите, базилик плавает. Очень даже неплохие, я вам скажу. Короче, можно просто в воде с солью огурцы замачивать, будет вкусно. А чеснок еще есть, да? Очень вкусно, рекомендую. Что я готовлю? Вы узнаете агрегат? Как вам? У кого такое еще есть? Я не выбрасываю, храню, потому что это очень полезная, нужная вещь. Сейчас хочу перекрутить сало с чесноком. Я такое люблю. И варю борщ. Так, борщ готов. У меня очень вкусный борщ получается. Я в этот раз сделала густой. Вот, ребрышки. Наваристый. Я довольна. Еще нужно сегодня выставить три вещи в магазинчик. Нужно сделать замеры. Фото я уже сделала, осталось сделать замеры. Девочки, не забывайте, у меня вчера, кстати, вышла обнова, поэтому заходите, смотрите новинки. Ева себя чувствует замечательно. Да, Евка? Моя кошечка любимая. Спит целый день. Ну, а я, если честно, очень замоталась. Я сегодня видео снимала, выгружала на YouTube, описание делала. Вы знаете, в последнее время, вот я помню, когда только начала заниматься блогами, я могла на основной канал, ну, сразу 3-4 видео сделать в день. Сейчас у меня реально получается от силы сделать одно видео, но полтора, вот так вот. Видимо, из-за того, что я делаю лучше, наверное, я не знаю. Ну, как-то это слишком утомляет. Сегодня мне нужно еще сделать уборку. Уже вечер, у нас уже 7 часов. На почту я сегодня не пойду, а девочки жду ответа, потому что она начала искать ее почту, отделение, а такого отделения не существует, представляете? Вот, написала и жду ответа. И нужно сделать уборку. Завтра, наверное, кое-что у нас появится, пока не буду загадывать, но потом вам расскажу. Юрка едет с работы. Он после работы заехал в клинику и удалил себе наконец-то родинку, которая ему очень сильно мешала. Она находилась вот здесь. Я думаю, вы сами понимаете, что всегда вот рука трется, там рубашки, футболки, именно футболки, да, вот шовчик трет. Ева. Все, улеглась. Шовчик трет, поэтому нужно было удалить. Он пошел на консультацию и сразу же ее там удалил. Я очень переживаю, чтобы все же хорошо было, чтобы все зажило. Вот, будем надеяться, что будет все отлично. Девчонки, хочу порекомендовать вам квас. Блин, такой вкусный, со вкусом смородины и мяты. Ну, мята мне не так чувствуется, вот только что в истории снимала. Прям я не знаю, кто это изготавливает, честно. Я не знаю, где найти, я в Беленьком Сухеньком покупала. Есть такие магазины у нас. Вот, и здесь литр 22 гривны, по-моему, стоит. Ну, прям очень вкусно. Свежая, это классно, холодненький люблю пить. По поводу моего странного цветка. Помните, было два листочка всего лишь, выросло вот такое. Значит, летом он обычно у меня желтеет и сохнут листья. Странно. Хотя зимой над батареей стоит и выпускает моментально. Он так разрастается зимой. В этот раз я его переставила летом сюда в комнату. И смотрите, тьфу-тьфу-тьфу, какая красота. Выпускает вот один, два, три. 3-4 листочка. Прям вообще бомба. Мне он так нравится. Мама говорит, странный цветок. Он еще вот так вот закрутился, как видите. Там у меня косметики куча на посты. Я никак все не напишу. Ждут своей очереди. Евка у нас королевна. Да, Ева? Кс-кс. Ева! Ева, ну обрати ты внимание, что-то с ней не так. Она вот спит целыми днями. Давай, зевай. Хоп, работает. Хоп. Чуть-чуть еще. Есть. Молодец. Ну, спи, спи. И я вам не показывала, но показывала в Инстаграме. Вуаля, мы поставили кондиционер. Наконец-то. Ура. Ура, ура, ура. Поэтому у нас сейчас очень комфортно в комнате большой. Хоть и на улице 33 градуса. Как мы раньше без него жили, я не представляю. А я готовлю ужин.
У меня одна готовка в этом влоге. В своем любимом сарафане. Этот сарафан я купила вообще для моря, но начала носить дома. И вы знаете, это самое удобное, что у меня было для дома. Вот такой вот он широкий. Я его в секонде купила. Прям очень рада. Хотела вам еще показать. Я сделала уборочку. Здесь у меня декоративная косметика, а есть уходовая еще. Напишите, какой вам рассказать, а какой интересно, я вам расскажу. У меня здесь и, ну, все, короче, это вся моя декоративка. Там еще в шкафу есть, и еще есть много чего нового, что я, ну, не открывала. Вот, это то, что я хочу добить. Я сейчас у меня манечка добивать все продукты и оставить, знаете, вот у меня 35-40 шампуней, я хочу, чтобы у меня был один. У меня уже просто в ванну зайти невозможно из этих баночек, бутылочек. Напишите, о чем вам рассказать, о декоративке или об уходовой косметике, потому что здесь у меня тоже ее полно. Уже Юрка родинку ж удалил, и он это берет у меня тут разные кремчики, всякое такое. Ластырь. Поэтому не очень в порядке. Расскажу вам в следующих влогах. Так вот, кондиционером мы очень довольны. Реально ощущается разница, понятное дело. Мы ставим на 25. И, блин, надо было просто раньше сделать. Вот серьезно, нужно было сделать раньше. Хозяева, кстати, не знают, что мы поставили кондиционер. Но я думаю, они будут рады. Потому что мы так мучились в этой квартире. Я вам просто не могу передать. Я не знаю, как предыдущие жильцы здесь жили. С детьми маленькими. Несколько там детей, то ли трое, то ли четверо было. Как они здесь выживали, я просто не представляю. И мы тоже 5 лет прожили, да, только сейчас решили сделать кондиционер. Вот, поэтому вот такие дела. Вот такие у нас обновления. Еще есть о чем вам рассказать, о наших планах на отпуск. Но это уже расскажу вам в следующих влогах. Я всех крепко обнимаю, пошла дальше доготавливать, не скучайте там. Ожидайте, скоро будет новый влог, я уже не дождусь, когда мы поедем в отпуск, и я там буду снимать не просто квартиру, да, а какую-то гульню нашу, там, где мы будем ходить в красивых местах. Вот, как бы мы будем отдыхать, и да, наверное, я буду это снимать все-таки. Всем пока. Соседи начинают ремонт вовремя. Пока.